Так, всем здравствуйте. Быстренько коммерческое видео. Marantz PM7004. 2010 год, как я понимаю, по этикетке сзади. Значит, просто внешний вид аппарата. Все рабочее. А вот, 2000... Где-то я видел. А, ну вот, 10-й год. Из Японии. А, значит, позолоченные для CD, остальные обычные. Две пары акустики, подключения. Под бананы, под обычный провод. Любое подключение под вилку. Провод съемный. И дополнительная розеточка для питания, там, например, CD-проигрыватель японского тоже. Значит, сейчас послушаем. Внешний вид. Лицевая панель хорошая. А наверху, как обычно, есть какие-то, если приглядываться, царапинки там, возможно, потертости какие-то, но не криминальные. Внутри все хорошо, без вскрытий, без вмешательств. Вот. Из Японии 100 вольт, поэтому понижающий трансформатор нужен будет. Сейчас послушаем, проверим немножко. С пионерчиками. S701. 32-сантиметровый НЧ. Бериллиевые ленточные высокочастотники. Середина керамика. Сейчас послушаем, просто проверим, чтобы можно было. А, сейчас в директе играет правый канал, левый канал, что ничего не шуршит, высокой частоты, прибавление, убавление, средней частоты есть регулировка. А, запас прибавления очень приличный и низкочастотник. Не шершит, не хрипит, ничего. Все рабочее. Переключение, правая громкость, левое переключение источника. Все лампочки подсвечиваются. Директ. Ну, соответственно, А и Б акустика. Сейчас подключен только А. Все работает. Это если напрямую подключать. Так, значит, пульт в комплекте. Штатный. Все рабочее. Регулировочки все работают. Переключения тоже. То есть все универсальный. Подходит также там к сидюку. Еще к чему-то. Компании Marantz. Оригинальный, в хорошем состоянии. Инструкция есть на японском языке. Вот смотрите, значит, что 70 ватт при 8 омах, при 6 омах колонки, в основном использующие, сейчас подключенные 6 омные, он выдает где-то 85 ватт. 80-85. И 100 ватт при 4 омах. Смотрите, аналогичные, то же самое, что и... Так как инструкция идет и для 7004 и 8004, отличаются в этом у нас 10,5 кг, в 8004 потяжелее 12,2. По мощности они одинаковые. То есть все то же самое. Ну, отличается, скорее всего, омедненным шасси у нас с вами. 8004 это топ, 7004 предтоповая модель. Размеры. То есть инструкция вот такая вот на японском языке. Сейчас послушаем, наваливает. Конечно, зависит от акустики, но с этой акустикой он играет хорошо.
Ну вот, например, более... Директ играет. Потише делаем. Ну и потяжелее, наверное, потому что, как правило, на этих композициях сравниваем разные усилители и акустику. Такой усилитель. Не будем долго задерживать.
Всем спасибо, всем пока.